Для террористов захват самолета – своего рода реклама. Случайные жертвы, высокая степень угрозы, проблемы противодействия. Факторов, играющих им на руку, уйма. Успех такой атаки позволит противнику привлечь к себе внимание. Вам же придется работать в минимально комфортных условиях. Подобные задания – конек оперативника Эш. Применение пробивных снарядов позволит держать ситуацию под контролем. Противник должен быть уничтожен.
Все оперативники мертвы. Противник должен быть уничтожен.
Победа. Противник нейтрализован.